Поехали играть. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, у нас тут Штайнер. Стойте. Какова цель вашего визита? Я слышал, что нужны работники для починки южных ворот. Я привез свои пожитки, чтобы я мог жить и работать здесь. Отлично. Работы у ворот идут без перерыва. Как только они сломались, но они все еще не починены. Привет, привет, привет. Мне нужно проверить вашу сумку. Правила вы знаете. Да пожалуйста. Отойдите назад. Вот, возьмите. Простите, просто выполняем свою работу. Итак, откуда вы? А я должен сделать что-то. Полиция разыскивает девочку и мужчину средних лет. Вы не видели такую пару по дороге сюда? Этот узел такой крепкий. Девочка предположительно выглядит как принцесса Гарнет, самая прекрасная принцесса Александрийского замка. Я понял это сейчас. Но вы знаете, как выглядит королева Браны? Трудно поверить, что у нее такая прекрасная дочь. Ух. Что это? Что это? Загнилые вещи, они отравленные. Гнилые? Я не несу ничего, что может загнить. О, это самая нелюбимая еда. Деликатес из Линдблюма. Огурцы Гизаль. Я не могу поверить, что вы их так много взяли с собой. Они мне очень нравятся. Я не могу начать день без них. Да, конечно. Люди, которые любят их, всегда так говорят. Вы можете идти. Спасибо. Удачи. Так, Штайнера пропустили. Мы внутри ворот. Принцесса, вы сделали это снова? Я должен найти место, где меня не заметят. Эта аллея вполне подходит. Но девочка и мужчина мешают. Так, давайте посмотрим. Мне нужны две модели номер 3. Так. О, вы принесли с собой ваши вещи, вы сюда пришли работать? Да. Несомненно. Добро пожаловать, я тоже здесь новенький. Я работаю здесь в 5 месяцев главным инженером Баденских ворот. Господи. Но только он один работает у меня в подчинении. Который из них? Я вернусь назад в замок в следующем месяце, когда истекает мой контракт. Я присоединюсь к группе инженеров, изобретающих новый двигатель, который работает без мглы. Мир вне континента мглы не отмеченная на карте территория, но нам не нужно беспокоиться о безопасности, если мы сможем исследовать его на воздушном корабле. Регент Сид – заступник технологических улучшений. Ой, прости, я слишком много наговорил. Окей. Дамочка. Дамочка. Не могу поверить, что он бросил бизнес. Угу. Я не знала, потому что я была на другой стороне горы. Утешить ее. Что хорошего в оплакивании того, что уже произошло? Я хотел сказать, что мы должны заботиться о своих любимых в любых ситуациях. Ты прав, мне надо его взбодрить. Ну вот. Спасибо! Оставается. Ха-ха-ха, оставается. Ой, блин, это не перевод, это...
Остается только молодой человек. Ну-ка. Ты что ли его подчиненный? Странные вещи происходят, тут ходят разные слухи, как все-таки сломались южные ворота. Как все-таки сломались южные ворота? Неправильно у меня интонация. Эти ворота часто ломаются, потому что петли не очень хорошо подходят. Эта дорога ведет к мгле, никто ее не использует, нет нужды ее ремонтировать. Я только что отполировал ворота, и теперь они хорошо выглядят. Этого им хватит на пару месяцев. Хи-хи. Из-за тебя мы не смогли пройти через эти ворота. Убить, не убивать. Но если мы убьем, то нас заметят, как бы. Нет, конечно. Я должен терпеть его из-за принцессы. С этим поговорить, что ли? Кто эта девочка? О, сундук, 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 сундук. Я не могу так карабкаться. Ну да, ну да. Этого надо убрать. Договори ты с ним. Конечно, я хочу уехать, но я должен работать пока здесь. Я хочу тебе кое-что сказать. Ворота, ведущие под мглу, сломаны. Он думал, что это ему сойдет с рук. Извините меня. Берег пуст. Ну, отлично. Эй, стоять! Чё такое? В чем дело? Правила и порядки вам известны. Вы не пойдете сюда. Вы не пойдете сюда? Как это не пойду? Пойду. Подойдите сюда. Ну окей. Стражник такой грозный. Стойте здесь. Не двигайтесь, пока я не скажу вам. Теперь повернитесь ко мне медленно, не делайте резких движений. Опа, по-моему, мы влипли. Фью! Вам нужен пропуск, чтобы попасть на вершину южных ворот. Я оставлю его здесь. Забери его после того, как я уйду. Я подошел бы поближе, но у тебя эти вонючие огурцы. Видишь? Я оставляю его прямо здесь. Пока-пока. Пропуск. Хорошо. Да что ж такое? А, он осматривается. А, все это ерунда. Если бы все было бы так легко, то никто бы в мире не страдал. Ну да, да. Штайнер, можно мне выйти? Да. Спасибо, я сейчас выйду. Пожалуйста, проследи. Да. Шур-шур. Шур-шур. О, наконец-то свежий воздух. Боже, бедная Дагер. Какой ужасный запах. У меня ужасно болит голова. Может, я переоденусь, пока он не смотрит? Давай посмотрим. Я не успела выбрать. Теперь можешь повернуться, Штайнер. Принцесса! Штайнер! Да? Да, мисс Даггер. Тебе придется называть меня Даггер, пока мы не дойдем до Трена. Даже не приветствуй меня. Да, пока мы не дойдем до Трена и не найдем путь назад к замку. Я буду аккуратен. Хорошо, пойдем. Привет. Костя, как всегда, активировал чат. Ух ты! Этот вагон довезет нас на вершину. Мы уже почти на месте, Штайнер. Александрия там, за горной вершиной, да? Я сделала это сама без помощи Зидана. Вам он никогда не был нужен. Начнем с того,
принцесса. Так, а я хочу сундук. А вон сундук. Заходите и покупайте. Мугл, смотрите. Зелье получено. А я хочу, там сундук был. Пустите меня назад. Пустите. Ну ладно. Мугл, что нам скажешь? Мугл. Я хочу попросить тебя об одолжении. Я хочу, чтобы ты доставила письмо для Назна. Господи. Спасибо. Запись. Сохранить. Так, я немножко приболела, так что я могу шмыгать носом. Так, а тут статистика есть? Отмена. Давайте посмотрим. Настройки. Это настройки. Карта, состояние, кинока. А, погодите-ка. Это мы наиграли уже 11 часов? Да не может такого быть. Ты кто? Чувак. Южные ворота очень большие. Вообще-то, это гора. Да, музыка классная. Вы можете проверить, где вы находитесь вот на той доске. На этой, что ли? Заходите покупать. Я хочу... Да, блин. Мисс Даггер. Ворота, которые мы только что пересекли, называются Баденскими. Мы на Баденской станции, все еще внутри Линблюма. Сами южные ворота находятся внутри Линблюма, но вагон перевезет нас через горы Аэрба в Александрию. А это ворота Трена, куда мы идем. Трена, город знати, должен быть недалеко отсюда. Угу, понятно. Что можем купить? Продать. Нет. Погодите-ка. Экипировка. Давай нацепим на тебя это. Так, остальное мы можем продавать. Думаю, то, что на нас не надето, мы не продадим. Да продадим. Все, продадим. Нам деньги нужнее. Бронзовые перчатки. Все. А купить что мы можем? Зелье. Денег у нас полно. Так что... Воскрешение. Ай-ай-ай-ай. Что-то укусило. Так вот. Молчание. Палатка. Хорошо. Пойдем. Нам это еще пригодится. А я... Блин. Могу я взглянуть на ваш пропуск? Хорошо. Да, это он. Мы можем отправиться прямо сейчас, если вы хотите. Погодите, а куда мы можем пойти? По-моему... Я продала то, что было где-то на Штайнере? Да нет. По-моему. На нем все есть. Мы не можем продать то, что надето на персонажах. Ну,
Ну да, мы туда уже не можем вернуться, и тут нам делать больше нечего. В общем, можно ехать. Можно отправляться. Отправиться. Хорошо, тогда проходите вовнутрь, мы скоро отправимся. Привет, Даша. Так. Что мы можем сделать? Давай сядем здесь. Пожалуйста, подождите, пока я подготовлюсь к отправлению. О, сейчас полетим, полетим, полетим. Подождите, подождите меня! Уф-уф, я успела! Дамочка, спасибо за ваши теплые слова. А, это та дамочка. Нет, я это... Нет, я это вам спасибо. Мы отправляемся. Фью, я сейчас тут чувствую себя расслабленной. Это понятно, наша поездка из Линдблюма была очень тяжелой, но твоя белая магия помогла мне во всех битвах с монстрами. Твоя стойкость помогла нам выбраться из леса Чокобо. И, наконец, твоя идея использования огурцов помогла нам пройти мимо стражников Южных Ворот. Какая стратегия? Ой! Блин, подождите-ка. Стойте-ка. Какая стратегия? У меня там не исправлено, что ли? На СК-2. Погодите, точно не исправлено. Блин. Ой-ой-ой. РПГ. Я не исправила на СК-2. Все, теперь нормально все будет. Я прошу прощения. Спасибо, добрый человек, что ты мне подсказал. Я тебя никогда не забуду. В смысле, я чистая блондинка? Ну да, я как бы моюсь каждый день. Ха-ха-ха-ха! Пошаговая стратегия. Ну, блин, ну не исправила. Ну, бывает, ну чего. Так, все, продолжай. Я восхищен вашей храбростью и сообразительностью, принцесса. Штайнер, ты не можешь меня так называть? Я извиняюсь, я просто не привык. Все хорошо, я делала так много ошибок, когда Зидан учил меня, как говорить. Да, чистая блондинка. Я не умею троллить. Не надо. У этого крестьянина вообще не было никаких манер. Однако он был достаточно умен для мужлана, но так как он с вами говорил, просто неприемлемо. Хорошо, что мы от него избавились. Ну, как спросили, так я и ответила. Ты можешь подняться? Не волнуйся обо мне. Пожалуйста, защити Бурми. Вы там еще не все двери открыли, слушайте. Я защищу Бурмецу, у тебя мое обещание. И куда? И куда вы побежали? Мы еще не все двери открыли. Стоять! Ребята, назад! Я назад хочу. Вернись назад. Там мы еще не все открыли.
Просто среднестатистические блондинки тупые, ну, я не обычная блондинка. Не тупая, это точно. Где нам колокол достать? Ой, блин. Я же забыла, тут монстры. Нас только двое осталось. Фух, четверо. Атака сзади. В чем я необычно? Ты хочешь знать ответ на этот вопрос? Сейчас он опять, блин. Увеличение силы атаки. Фигак! Ну, я необычная тем, что я как бы альбинос. Поэтому я и блондинка. Из-за этого. А кто такие альбиносы, читайте в Википедии. Это не заразно. Я уже неоднократно говорила об этом. Раньше я этого стеснялась, теперь я прямо говорю. А что тут такого? Спросили, я ответила. Но все почему-то считают меня крашеной. Фотку? Нет, я фотку не буду скидывать. А чё, ты бесплатно не смог получить тропику? Там, видимо, у меня ограничение было, только троим можно было людям отдать игру. Ну, на этом сайте всегда очень классные скидки. Воу-воу-воу-воу-воу! Вы меня отвлекли, Виви убили. Блин. Обидно как-то. Виви. Вот так вот. Господи. 2 бакса всего лишь-то? Ну, я не знаю, я зашла, поиграла, она мне не понравилась. Чё-то. Блин, как там колокол? Нам надо колокол. Блин, опять. Вот если бы Sims 4 стоило 2 бакса, я бы 100% купила. Так, а если тебя громом шандрахнуть? Воу! Давай атакую ее. Эта вампирша влагает. Фигак. Так, а лед
нее как действует. Оу, Квина. Тебе будет сейчас плохо. Тебе сейчас очень плохо будет. Мощь. Да, что огнем, что льдом, что громом. Один фиг. Да, уже огнем. Да блин! Он не успел зелье выпить. Ну, где там Фрея? Сверху прилетела. Молодец. Ну, теперь Квину воскрешать надо. Будете помирать по очереди, да, что ли? Да, финалка. Вот черт, я вчера стримила и... О, там было что-то. Там что-то было. Мифриловые перчатки. Так, во-первых, воскресить Квину нам нужно. Зелье. Подлечить. Чё? Да, это мое имя. Девушка и финалка, да? А чё это так странно? Да, блин, опять. Да, спасибо за подписку. Можешь везде подписаться. И на Твиче, и на Кудгейме. Что героям? У нас на стриме про политику не говорят. Даже такие фразы, как слава и тому подобное. Не хочу, я новости не смотрю. У меня эта тема очень достала за это все время, поэтому я не хочу. Большинство людей, если слышат, что из Украины, то плюются. Ну вот, видишь? Отписался. Не, мне без разницы, откуда человек. Главное, чтобы человек был хороший. Да, из Киева, а что? А чё буду скрывать? Я же ничего плохого не сделала. Тогда подписался. Ой, товарищи люди, давайте жить мирно. О, Виви, Виви. Так не, так все. Я сказала, политика... Нет, я не буду даже на это отвечать. Бежим, бежим. Так, предметы. Нам надо полечить Виви. А как это... Нам надо как-то туда пробраться. Где нам колокольчик достать? Хочу колокольчик. Я хочу колокольчик. Колокольчик. Вот сюда нам надо. Блин, мы туда не попадем. Где нам колокол достать? У того чувака колокол есть.
Я? Нет, я не первый раз играю, но я игру так и не прошла. Дошла почти до четвертого диска. Я вчера не ту дверь открыла. Первой. Блин, что же делать? Где нам колокол достать? Да, я муглов нашла. И у них колокол святой забрала. Там мы уже не успеем сожрать. У Виви транс! Виви, блин, не вовремя. Да, я знаю, что там можно прокачаться. Мне надо колокол достать. А, я знаю, что там за монстры. Там сильные монстры. Сейчас пойдем к муглам. Блин, я ненавижу эту сволочь розовую. О, Квина, молодец. Ну да, розовая сволочь, а кто она? Ай-я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 й. Виви сейчас капец ему будет. Как всегда. Ты слабо ее бьешь. Лечение? Ты что, прикалываешься? Приличная дама. Да уж. Нет, Виви, знаешь что? Возьми, подлечись. Ну ты охренела или что? Она не кушается. Это я точно знаю. Эта дамочка не кушается. Теперь я ее точно не скушаю, даже если бы можно было. А, Виви. Вон они, лед. А-ха-ха-ха-ха. Она еще и тупая. А-ха-ха-ха-ха. Блин. Вот какие-то у нас мужики слабые, ну. Ой, сейчас чихну. Подождите. Фух, чихнула. Ой, жесть. Не болейте, товарищи. Это всегда плачевно заканчивается. Иногда. Надо лекарства пить. А я лечу с чаем. Ой, с либоном. Ой, да что ж такое-то? Ой. Это жесть. Я же уже отвечала на этот вопрос. Напишите ему кто-нибудь в чате. Не надо, не надо нам монстров. Блин. Кто-то хотел, чтобы я прокачала персонажей. Нате вам, пожалуйста. Опять это.
О, а на нее тыква подействует, интересно? В смысле я обманула? Я не знаю, как бы не обманывала никого. А чем я обманула? Мне интересно. Ну да, опыт за них идет. Всего-то ноль. А я микрофончик выключила, нефиг подслушивать. Соблазн? Ты чё, вообще? Ну, правильно, Зидан, а кого же еще? Все, Зидан у нас в неадеквате. Ой. Давай, Виви, добей ее. Блин. Можно ее сожрать? По-моему, ее нельзя сожрать. Давай еще один прыжок. Ты нам жива нужна. Мощь! А ну давай попробуем. Ну да. 1012! Ты чё, обалдела, что ли? Он себя бы ударил. Он себе харакири сделал. Так это же не босс. Вроде бы. Вот зараза. Да наконец-то. Но я, насколько помню, эту нельзя было съесть. Может, у меня просто не получалось? Так, предметы. Воскрешение. Квина. А, где наша... Я не могу руду использовать! О, мы можем палатку использовать у муглов. Беги, 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 Зидан. Беги ж ты, блин, тормоз. Во-первых, записаться. Так, сейчас человеку в чате отвечу на вопрос. И продолжим. Погодите. Беатрис, да. Как тут писать? А, во.
все ответила. Продолжаем играть. А, я сохраняюсь. Так. Воксеть. Прочесть почту. Нет, мы это не будем читать. Палатка. Глаза не красные. Почему такие стереотипы? Ну, глаза как бы красные, только когда смотрю на яркий свет и от вспышки тоже. Ну, это, по-моему, у всех такое. У меня глаза серо-голубые, если чё. Не понял, а чё за смайл-то? Это не страшно, это не смертельно. Я знаю, какие тут монстры. Да-да-да, там опасно, я знаю. Мы сейчас помрём, я знаю. Давайте сохранимся. Да, я знаю, что тут за монстры. Тут ужасные монстры. Когда-то напоролась. Это было ужасно. Кстати, у нас же есть этот самый... Ну, как его? Ну, этот. Чокобо. Чикуба. Чокобо. Чокобо. О, нет! Я его боюсь. Он страшный. Это мы с подобным дрались вчера. А у Виви транс будет. У Виви транс будет. У Виви будет Гром 3! Ну все. Забудьте о том, что я сейчас сделала. Давайте загрузимся. Мы для него слишком маленькие. Да, Горыныч. Фух, можем обратно вернуться. Я знала, что там такое. Хотела просто показать. Потом как-нибудь вернемся. Я пройти! Да не туда! Виви транс. Ну да, он не тот транс, о котором подумали многие. Так, нам сюда. Так. Чё? А я не знаю, куда идти. Мы пока дойдем туда, куда нам нужно, 350 раз прокачаемся. Атака! Огонь! Атака. Во, молодец. Сюда.
Да, Виви прототип черных магов. Так, карту. Нам надо сюда, у Гурмец. А вот наш Чукоба тут. Нам надо у Гурмец. О, смотрите-ка. Нам сюда ведь не нужно, да? Ой, видимо, не нужно. Ну, всегда так. Идешь туда, куда нам не нужно. А чё Фрейю сразу бить? Других, что ли, нету? Ну вот. Молодец, Фрей. Ой-ой-ой! Что тут такое? Там туда засосет? Песчаная буря очень сильна. Ладно. Идем отсюда. Нам потом сюда, по-моему, надо по-любому. У-тю-тю-тю-тю! Человек-ящер? А ну прекращай бафаться. О, у него транс. По-моему. Вау. Да, это песчаная буря. Что-то у Виви с трансом не все в порядке. По-моему, он заключил. Да, и все, пока. Пока все. Хочу никого есть. Я его недавно покушала. Мимо. Если бы знать, сколько у них ХП. О, транс. Прыгай. Виви! Ты бог! Попробуем съесть. Квина. Давай, Квина. Я тебе сейчас дам гром. Зажри хоть одного. Руду украли. Да давай, Квина, блин. Невкусный, ясно? Мы его не можем съесть. Ну да, у Стана меч больше его самого. А есть такие игры, ММО, допустим, в которых... оружие, там, мечи и все подобное больше, чем сам персонаж. Да еще он с такой легкостью не носит это оружие. Сейчас напоримся.
Опять этот ящер. Шестьдесят урона. Как много. А зачем жать кнопку? О, сейчас Виви будет, по-моему... А зачем жать кнопку? Карта? Ну да, я знаю. Карта нам не мешает. Я знаю, что есть карта. Я знаю это. Я знаю.